как бы даже не кумира, а вот такой итоговый образ, знаешь, такого здорового мужика, богатого, да? Вот такой образ, чтобы вот каким бы ты хотел быть вообще в итоге в своей жизни, кого бы ты хотел из себя сделать. Вот про такой образ я говорю. Не про то, что там кумир, не кумир, а вот образ, да, чтобы был в голове. Когда ты там в молодых годах, когда еще информации мало, вот, он как бы образ есть, но ты не знаешь пути этого, чтобы как к этому прийти. Но когда уже там десятилетиями у тебя информации в голове, ты к ней стремился, все равно как-то приводит тебя это стремление к обзору, впитыванию этой информации о том, какие нужны действия для этого, да? И когда ты набрал достаточное количество уже знаний по этому поводу, и чтобы уже в сознательном возрасте, когда ты понял, что те пути, какие пути к себе они ведут к этому, а какие ведут, и достаточное количество этой информации и знаний, если ими не пользоваться, вот, не воплощать их в жизнь, бля, ну это, я не знаю, это какое-то самонеуважение, что получается. И я думаю, это никуда не приведет тебя к какому-то саморазрушению и саморазочарованию и самообману бесконечному самого себя. Лучше все-таки постараться все эти знания, если ты их, конечно, получал, знал и стремился их получить, все эти знания воплотить в реальность действия жизни, как бы, и прийти к этому. Не так прям пришел и все, и стена, блядь, вот он, я пришел, блядь, здоровый, блядь, накачанный, нахуй, богатый мужик, блядь, и все, и стена, блядь, нет. А вот идти именно к этому улучшению и с этим образом двигаться еще несколько десятков лет в этом образе, короче, вот. Энергетически заряженного и ресурсного человека, да? Вот. Чтобы все вот эти жизненные радости легко тебе покорялись, короче, и ты наслаждался жизнью в полной ее мере, с максимальным впитыванием и ее как бы наслаждением всем этим процессом жизненным, которая нам дана для того, чтобы Здорово. ее освоить и насладиться в полной Идите мере. вот к машинам, Вот. становитесь. Вот это я Снимайте. считаю моей целью и Стаканы ты взял, намерением дед? Горлом? и стремлением Тебе нельзя, да? Потому что мне первый. Ай, Павел, Муж. Наташа, мне все К угодно. итоговому, так скажем, к итоговому завершению, становлению, к итоговому становлению этого образа. Итоговому воспроизведению своего образа и к широкомасштабному потреблению жизненных благ. Так вот думаю, да? Мне Бля, страшно, 42 года сохранилась. нигде вот нихуя не Вот был вообще, бля. Последний раз был, блядь, на море в 26 лет, я блядь, на черном. боюсь. С пацаном собрались, на Я сидели как-то боюсь, вечером. меня так С шатает. панталыги Мне сорвались просто, сидели, пили страшно. пиво, короче. Как раз было лето. Как раз было лето, короче. Вот это Вот. да. И что-то так все сложилось, короче. То ли отпуск у меня был, то ли что-то. А что, погнали завтра на море? Да, погнали, короче. Он там машина стояла, у него братовская, 13-я, короче, там, я не знаю, годовалая. Ну, нульцевая, в общем. Не знаю, год там, может, ей был. Вот, может, два, не знаю. Ну, такая нормальная, двухдверная, 13-я, короче, Все, я черная, залазил. понял. Как восьмерка, только дренажка, короче. Как четырка, вот, но только с двумя дверями. Ну, или с тремя, там, сколько, Занечка. плюс багажник. Вот. Ну и все, на следующий день утра. Подожди. А, ну да, 8 утра 8 утра.
короче, на Черном море стартанули. Вот, сколько там у нас заняло? Ну вот, 2 дня. Ой, мамочка. Туда. День. Я, вот, 2 порога, 3 дня там, 3. Мне сердце все замирает. Вообще кайфанули нормально. Сейчас вот поправил свое немного финансовое положение. Что, сейчас отъедаюсь, короче, потому что, блин, железо натягал, как бы. Железо натягал в долг у организма, понял? Вот. Нормальной еды не было, разнообразной, чтобы нормально восстанавливаться со всеми аминокислотами. Огромного. Сейчас, короче, все уплетаю. Пирожное, блин. Разные там вот понабрался, короче. Первое, второе, и компот там, и гуляш, и курицу, и вермишелька, и, блин, я не знаю, и молочку, короче, всю полностью восстанавливаю. Сейчас это немножко как бы ушел в отпуск, короче, от всех этих дел. Думаю, надо немного отъесться, восстановиться как следует. Ну вот, просто уже реально ничего не заходит. Уже ни велосипед не втыкает. Ну вот сейчас на лясике, короче, буду, гоняю потихонечку. Вот, сейчас вот потихонечку буду срываться на Волгу, там что, купнуться, загореть. Вот, обновился немножечко, шортики, маечку легкую взял. Да ее не видно, одно море. Вот, чтобы по кайфу все было в настроении. Снимал. Вот. Немножечко сейчас восстановлюсь, как следует. Красавцы. Поднаберу мяском там все вот эти вот микротравмы подзалечу. И опять... как поймаю приход, короче, качальный. Вот, с первого набухания мышц сразу уже поступлю снимает. К делу к своему, а, он уже да. Изначальному, перспективному и главному на этом канале. На прокачку и на рельефность своего тела, своих мышц, короче. Вот. Вообще лето по кайфу, прям сижу, вообще отдыхаю, погодка супер, не так жарко, прям можно отдохнуть, насладиться городом, прогулками, пока не так жарко еще, не так, знаешь, давит атмосферное давление, когда выходишь, прям все, ты уже либо возле воды, вот, либо просто в теньке, короче, ну не знаю, кто под коньером, там мажорские все эти удовольствия, знаете, да, вот, можно пока насладиться еще. Но я всегда говорил, вот май-июнь это вообще самое кайфовое лето, короче. Дальше уже идет просто жара. Вот, июль-август. Вот. Ну там пол июня, может. Лето, вот май, вот это самое кайфовое, блядь. Ну, апрель еще. Самая кайфовая погодка для вообще блаженного духовного пополнения, так скажем. Вот. Короче, такой сижу и думаю, о, блин, ну сколько уже, 2 недели, наверное, точно уже не прикасался. Ну так, немножечко материальчик снимаю по настроению, понял? Вот, и такой сижу сейчас, думаю, о, блин, ништяк находиться в отпуске. Вся осень загруженная, зима, видосы, диалог, вот, внесение лепты. Прям такой, думаю, это ништяк сейчас отдохнуть вообще, прям просто чисто наполниться. Всем советую, короче, вот, этим летом расслабиться и кайфануть нормально. Вопреки всем, блядь, вот этим геморройным проблемам, которые нас окружают в повседневной жизни, вот, помимо вот этих вкусностей, как, блядь, попить пиво шашлыками и снять тёлок, вот, ну, все вот эти вот внешние еще проблемы, которые ко всему к этому нужно будет прилагаться их решать. Отдохнуть от всего этого и не продинамить лето, короче, просто отдохнуть и кайфануть. Ну вот, я думаю, оно будет заряженное и солнечное в этом году. Вот, так что всем удачного, так скажем, полета и ныряния в теплые воды нашей прекрасной планеты, блядь, Земля. Да здравствует ее мир и теплое лето. Так что еще хочу сказать, заебись, когда есть образ, вот, того, к чему ты хотел бы идти. Вот я сейчас набрал массу, блядь, 140 с хуем килограмм, блядь. Вот. Ну, естественно, там не на Олимпию недалеко, там не на журнал, не на обложку, но вот, там есть какая-то еда, какая-то там одежда.
Вот, машинёшка какая-то. И знаешь, что-то какая-то инициатива пропадает. Этот канал уже вести неохота, блядь. Четвертый год, делов никаких, блядь, одни вложения. И думаешь, нахуй все это надо, блядь. Вот, что-то я во второе видео уже все это говорил. Вот, а потом думаешь, блядь, 170 видосов, блядь, ну и чё, блядь, куда их засунуть, блядь. Чё с ними делать теперь, блядь, пусть так висят, нахуй. Вот, или закрыть им допуск вообще, блядь, думаешь, ну ладно, чё там. Материал есть, раз собрал, давай сделаем монтаж. Так, знаешь, по настроению, хорошее настроение выкладываю, более-менее, когда есть читать. Если там перезанимался или там не доел, там нет настроения, я такое говно не стараюсь не выкладывать. Да не стараюсь, я не выкладываю, я такое говно, только максимальный энтузиазм, наполненная шкала, никакой там ни 30, ни 50%, чисто вот максимум. Когда готов согнуть лом, как говорится. Вот только тогда начинает делать контент. Вот, сейчас вот 2 недели решал там какие-то вопросы свои, чтобы дальше нормально себя чувствовать, что-то там заниматься. Вот. Вообще чувствовался, как будто я в отпуске. Прям думаю, нахер все. Перерыв. Вот. Ну так потихонечку материальчик собирал. Собирал, вроде можно пока выложить. Вот, что хочу сказать, что хорошо, когда есть образ, вот, а когда обрастаешь уже жиром, не энтузиазм уже, все основные вот эти человеческие цели достигнуты, дом, семья, диван, блядь, любимый, вот, и бытовые какие-то вот эти, блядь, сложности, несложности, ну, рутина бытовая, короче. И все. Так что лучше это делать, пока есть энтузиазм и не проебывать свое время, блядь, на всякую хуйню. Вот. Все вот эти предлагатели, которым тоже нехуем заняться, постоянно к тебе заходят, зовут тебя на улицу, пойдем проебланимся, блядь. Повторяюсь уже неоднократно. Блядь, посылайте их тупо нахуй почаще, блядь. Потому что заебут, пиздец, сам не заметишь, как втянешься в эту хуйню, блядь. И очнешься тогда, когда уже, блядь, ничего не хочется делать, блядь. Думаешь, ну вот уже не тот я красавчик, блядь, что был там в 17 лет, блядь, там, не знаю, в 19. Вот. Уже что-то рельеф не тот, который был тогда, блядь, уже. Что-то, не знаю, что-то огонь не тот в глазах, который был. Он, может, и раньше был такой, но ты как-то... За тусовками этого не замечаешь всего. Может, оно и, в принципе, не меняется ничего. Может, это пули в голове, они так и есть постоянно. Вот. Но все равно, чем раньше ты начнешь делать дела на улучшение и развитие своего, блядь, потенциала, чтобы у тебя был раскрученный метаболизм, чтобы ты не был ленивым, блядь, гандоном, который только может нахуй всех обсирать, блядь, оспоривать и сидеть, продолжать, блядь, нюхать через ноздрю кокаин, блядь. Как говорит Путин, блядь. Вот, чисто выбритый и слегка пьяный, блядь. Вот это мечта поэта, блядь, слышь. Мечта поэта, чисто выбритый, блядь. Гладко выбритый и слегка пьяный, блядь. Такой болван, блядь, знаешь. Вот. И еще в хорошей одежде. Но со временем это все превращается, блядь, в бомжатину, жесткую деградацию. И страдает не только он. Ну, он, может, и не страдает, а все вокруг. И все, кто с ним рядом. Вот. Ведутся на всю эту пыль в глаза. И залезают, блядь, по шею в жир, как говорится. Ебать. В деревенский туалет даже, не в жир. Жир это еще... полбеды. Ну, короче, такой движняк. Сейчас я пока на массе. Вот, опять набираю массу. Вот. Худеть, вот этот тонкий рельеф меня что-то не очень прикалывает. С самого подросткового возраста я хотел увеличиться в размерах. Думаю, да что за херня, блядь? Что, блядь, какой-то... Нету, блядь. Почему я не могу поднять эту огромную плиту и бросить ее, блядь, куда-нибудь? В кого-нибудь, блядь? Надо это поменять, надо стать огромным, здоровым, блядь.
чтобы земля под тобой дрожала. Вот, и шел постоянно к массе. Кто-то, может, смотрит, который с детства просто, знаешь, там, до 20 лет на пельменях, у него не было перебоев с питанием, набрал сало, жира и думает, что... смотрит на человека, он там немного оброс жирком, думает, что он такой... В 40 лет только начал заниматься, блядь. Но на самом деле нихера это было не так. Был ты обычным эктоморфом, вот, костлявым. Вот, который хотел реально нарастить силу. Силу, мышцы, здоровье и уверенность в себе. Кто-то, есть, знаешь, такие сальные, или мажоры они, или кто, блядь, которые жирные постоянно. Ну, ой, нахер это надо, там, курит там эту сигарету, нахер надо, там, что-то нервничать, так себя мучить, бросать, я вот лучше. Да это ты не мучаешь себя, это у тебя открывается портал энергии. Организм начинает высвобождаться от всякого дерьма. И все, и ты становишься просто звериня, инстинкты звериня. Какие-то всплески эмоций, энергичнее становишься. Так что это агрессия, она злость, агрессия, она выходит вместе. Начинает организм наполняться полезными веществами, клетки начинают восстанавливаться, и ты тупо здоровеешь, и от этого агрессивная, здоровая энергия у тебя появляется, которая из тебя выходит. А кто-то там, ой, нахер надо нервничать, пойду убьюсь лучше каким-нибудь говном или пивком. Вот, нахер надо там что-то думать. Это ж станешь слишком энергичным, здоровым. Это надо же будет эту энергию куда-то девать. А куда ее девать, блядь? Я не знаю, куда ее девать, блядь. Я там не могу двинуть кому-нибудь по роже, не могу... там, не знаю, сделать какой-то бизнес, сделать еще что-то, блин. Как говорят, с больших спросов больше. С большого спроса больше, блядь. Ну, это знаешь, как спроса больше. Это так для кого-то, блядь, спроса больше. Но на самом деле ты со здорового, блядь, мужика лишнего не спросишь. Тебя просто пошлет нахуй. Ну, может быть, послушает, скажет, ебать, что-то бредит человек, ебать. Ты что-то, по-моему, блядь, чересчур себе приукрасил что-то в голове и думаешь, что большой человек должен тебе больше чего-то дать. Ну, может быть, и должен что-то дать, но явно не конкретно тебе, а в общее, так скажем, пользование. Вот. Которое, опять же, он сделает по собственному желанию. Придет какой-то дегенерат. Так вот, давай, вот этот вот здоровый, давай с него там что-то поимеем. Да нихера ты ничего не поимеешь, блядь. Придешь, так покажешь себя шутом гороховым, блядь, и съебешься в освояси, блядь, со своей неустойчивой нервной девичьей психикой, короче, такая движуха, понял? Вот, и буду говорить о дегенератах до тех пор, пока это, блядь, мое занятие ютубовское с этими видосами не выведет меня на какой-то другой уровень, где я смогу получать с этого материальные какие-то вещи, финансовые. Финансовое подкрепление. Пока этого не будет. Ну или там, ну да, финансовое подкрепление и какие-то и еще другие возможности, которые внесет разнообразие в мою жизнь и фиксацию в виде видео. Вот. Так что дегенераты, блять, покоя вам не будет. Так что кто смотрит на дядек и говорит, что они жирные, вот, не начинайте качаться, потому что это нарощенная мышечная масса с годами, когда перерыв между конкретно спортом, да, это те отвлечения, там надо идти на работу, устроился на работу, там за 3 года набрал там 30, вот, то есть все вот это ваше накачанное дело в перерывах между качанием вот этим железо, блять, вы это все будет нарастать сало, короче, вот, и будете жирными ублюдками, вот, так что ходите дохлыми дрыщами и обсирайте дальше качков. Ну, вот такие рекомендации. Не наращивайте массу. Будьте здоровы, короче, ходить всем мешать постоянно. Вам будут все мешать, ебать, это мелкие уебищные лица, блядь, недоебанные. Будут вас бесить постоянно, потому что они мерзопакостные гниды.
по жизни просто. Некоторым будете бить ебало, блядь, и будете им бить ебало, будут возникать какие-то, блядь, проблемы, они будут бегать вечно всем жаловаться, искать себе поддержку. Ну, петушков такая, короче, манера, когда им дают пизды, они сразу начинают искать себе защиту. Вот, прибегают ихние мамашки, ебать, как в детстве, блядь. Ты такой здоровый, он такой маленький, он не мог этого сделать. О чем ты говоришь, ебать? Начинают становиться на сторону своих недоебков, ебать. А недоебки стоят, ебать. Вот. И насмехаются за ее спиной. Хи-хи-хи, блядь, ебать. Так что будьте такими недоебками и не набирайте массу, потому что, блядь, с больших большой спрос, а вы его не подтянете, блядь. Вот. Будете постоянно, ебать, огребать проблем, которые надо будет разгребать, чтобы двигаться дальше. Понимаете, да, всю эту движуху? Что вам предстоит? Так что если вы в жопе, то это еще не самая полная жопа, которая может быть в жизни. Вам будет, вы привыкнете увеличивать свой размер, свой доход, свой энтузиазм, свою энергию, свои потребности, вот, и потом без этого не сможете уже жить, и вам будет постоянно всего мало, блядь, а так как многого добиваться очень сложно, вы будете постоянно вне зоны комфорта, вот, а так как вы не хотите быть вне зоны комфорта, а хотите быть мелкими дрочерами, мерзопакостными, так что заниматься спортом вам противопоказано, добиваться каких-то целей, медалей, спортивных результатов, это все не для вас, короче, не сбивайте себе голову, а продолжайте страдать своей никчемной хуйней, короче, понял? Вот так вот сорваться можно только вот в одного. Друга, когда берешь с собой, 20-30 минут побыли. Бля, ну что, поехали? Бля, ну что, поехали? Бля, ты куда ехать? Что там делать, короче? Опять в этот город, опять вот бетон, в эту жару, блядь. В жопе горит, блядь, пиво попить, нахуй. А ты, блядь... Как-то не страдал херней. Без обороны. Рвался часов, не знаю, на 6, наверное. На весь день реально не надоест. Пока прям уже почувствуешь прям голод. Такой, реально, что-то там. Когда чувствуешь голод такой, реально разгрузился от повседневки. Реально отдохнул, кайфанул, расслабился. Полюбовался масштабами природы. Города, что там есть не только бетон и магазины, а еще такие вот деревья прикольные. Речка супер. Вообще. Кайфанул от души. Нужно почаще выбираться лето. Прям каждую... Да каждую неделю прям без обломов. Каждую неделю можно выезжать хотя бы раз в неделю на лясики. Гонять, пока еще нет такой жары, которая реально там с ракет вышибает, когда там уже нереально в обед уже находиться просто на улице. А сейчас вообще ветерочком обдувает, водичка холодненькая, пляж пустой, никого нету абсолютно, сезон еще не открытый, самый супер. Вот. Пустой пляж, никого нету, холодненькая водичка, вообще огонь. Ни людей, никого, никто не мешает, блядь, вообще супер. Прям умиротворение, прям бомбовское. На одном спортзале свет клином не сошелся, нужно еще такие туристические прогулки делать. Вот они реально изматывают такие кардио. Кардио-туристические прогулки, вот это самая бомба. Вот, но пока могу только в пределах города. Ну вот, а если бы были возможности, срывался бы еще куда-нибудь. В более экзотические места. Но пока так. Тоже езди отдохнуть. Нормальный город. Всегда любил этот город свой. Вот эту речку. Я не знаю, по-моему, самая широкая река вообще в России, которая есть. Везде речки беспонтовые, а у нас в Волгограде самая суперская река. Широкая, чистая, прохладная. Огонь река, короче. Чистейшая, изумрудная и великолепная.